Самой важной причиной моего участия, конечно, это участие моего наставника Лены Богдановича и такого великого имени, как Илза Лиев. Кураторы этого проекта или люди, которые являются жюри в этом проекте, для меня очень дороги и ценны. И для меня огромная честь быть вместе с ними за одним столом. Я как член жюри отбираю, конечно же, работы и буду за этим следить. Но мне, как человеку любопытному и пытливому, конечно, интересно посмотреть, как они работают. Для меня вообще важно видеть процесс. Для меня зачастую процесс играет гораздо большее значение, чем результат. И я бы, конечно, с удовольствием знакомился со всеми хореографами, те, кто будет отобран, и посмотрел бы, как они работают и с каким материалом им придется в будущем поработать.